Доброе утро, дорогие друзья! Рад приветствовать вас на канале Гороскоп. Как всегда, хочу попросить вас поддержать мой канал. Поставьте лайк, подпишитесь и оставьте комментарий под роликом. Ну а мы начинаем. Прогноз на 25 июля 2020 года. Я желаю вам приятного просмотра. Поехали! Овен. Сегодня овнам важно мыслить стратегически. Почаще проявлять дисциплину, ответственность и дальновидность. Звезды подсказывают, что наиболее мудрым решением в сложившейся ситуации будет приостановка бурной активности. А обсуждая насущные финансовые вопросы, инвестиции и покупки, помните, что многие темы такого рода вскоре зависнут. Окончательное решение по ним вряд ли будет принято именно в этот момент. Любовный гороскоп для овнов. Скорее всего, овнам придется разобраться, почему иное мнение любимого человека вызывает у вас определенную эмоциональную реакцию. Одинокие овны могут почувствовать симпатию к человеку, который этого не заслуживает. Может быть, стоит тратить время на более перспективные отношения. Гороскоп карьеры и финансов для овнов. У овнов этот день может сложиться неоднозначно. Многое зависит от того, чем именно вы занимаетесь в своей профессии. С одной стороны, это неблагоприятный день для среднесрочного планирования и всевозможных новшеств. С другой же стороны, вы можете получить дополнительные доходы от частной подработки. Уединенный труд будет весьма-весьма результативным. Телец. Сегодня тельцам необходимо верить в удачу и не сидеть сложа руки. Оптимизм оправдан. Звезды готовы дать вам отсрочку, поблажку, помощь в нештатной ситуации. В центре внимания – контакты. Лучше не заглядывать далеко вперед, обсуждать горячие темы и текущие насущные дела прямо сейчас. Важно успеть посетить инстанцию, высказать влиятельным людям свое мнение, подтвердить свои права или изложить насущные просьбы. Любовный гороскоп для тельцов. В этот день на первом месте для тельцов, скорее всего, будут стоять интересы вашего романтического союза. Вам стоит разобраться, в чем ваша пара действительно нуждается и что было намечено под влиянием мимолетного настроения. Не исключено, что планам одиноких тельцов помешают действия завистников. Гороскоп карьеры и финансов для тельцов. Тельцы сумеют найти подход к начальству и укрепят свое положение на занимаемой должности. Если вы начнете принимать своего начальника таким, какой он есть, то вам будет намного легче работать. Сегодня же вы будете склонны критически оценивать поведение начальства, и это может негативно отразиться на вашей карьере. Прислушивайтесь к советам друзей. Близнецы. Сегодня близнецам лучше отдать приоритет серьезным вопросам, особенно защите денежных вкладов и имущественных прав. Не стоит откладывать визит в страховую компанию, налоговую инспекцию, посещение банка или склада. В то же время рано считать подобный сюжет исчерпанным, особенно в его финансовой части. Ведь любая история еще получит продолжение. Будут уточняться цифры и пересматриваться документы. Любовный гороскоп для тельцов. Не исключено, что ваш любимый человек сегодня будет склонен к поступкам, которые покажутся вам немножечко странноватыми. Одиноким близнецам доведется вернуться к старым нерешенным вопросам с неприступным человеком. Скорее всего, сейчас вы сможете вызвать к себе интерес. Гороскоп карьеры и финансов для близнецов. Правила и нормы поведения существуют для того, чтобы их беспрекословно выполнять. Однако сегодня у близнецов может возникнуть соблазн решить некоторые вопросы в обход правил и даже, возможно, законов. От этого лучше воздержаться, поскольку ваше поведение не остается незамеченным. Вместе с тем, это хороший день для укрепления отношений с начальством. Рак. Ракам не стоит откладывать важные переговоры. Сегодня в них вряд ли будет поставлена жирная точка, но любой лишний контакт придаст вам уверенности. Будут преодолены острые сомнения, найдется временный компромисс. Стоит пользоваться любым шансом личной встречи с интересующим вас человеком. Возможность физически посетить то или иное учреждение, поддержать дружбу. Это даст вам преимущество на будущее. Любовный гороскоп для раков. В этот день ракам вряд ли легко будет разговаривать с любимым человеком, тем более добиться от партнера проявления конструктивных действий. Если одинокие раки приложат усилия, чтобы завоевать признание противоположного пола, то будут рады результатам. Гороскоп карьеры и финансов для раков.
Это не самый лучший день для тех раков, кто работает в общественных организациях и занимается поиском инвестиций в проекты. Возможно, вы получите отказ от спонсорской помощи. Также это не лучшее время для вложения денег в коллективные проекты и для составления бизнес-плана. Однако это удачное время для служебных командировок и рекламной раскрутки бизнеса. Лев. Сегодня львам будет полезно настроиться на деловой профессиональный лад, вспомнить о долге, заняться накопившейся рутиной. Важно выполнять свою часть договора, не пренебрегать обязательствами и не смешивать дружбу и работу. Не стоит откладывать совещания, служебную переписку. Умение владеть собой, оставаться надежным исполнителем или грамотным руководителем положительно отразится на вашей карьере. Любовный гороскоп для львов. Астрологические влияния этого дня подтолкнут львов к тому, чтобы определиться с приоритетами в личной жизни. Постарайтесь проанализировать, что вас устраивает в любовном союзе, а что стоило бы слегка изменить. Одиноким львам сегодня можно изучить информацию о потенциальных партнерах. Гороскоп карьеры и финансов для львов. Внешние обстоятельства в этот день складываются неблагоприятно для львов. Работникам сферы услуг, возможно, придется часто сталкиваться с необоснованными претензиями со стороны клиентов. Старайтесь проявить терпимость и внимательность, несмотря ни на что. Сохраняйте самообладание и контролируйте свои эмоции. Девы. В этот день девы на взлете. Но возможностями следует пользоваться быстрее, иначе нужные люди исчезнут с горизонта, пропадет настрой для беседы или закроется удобный путь. Впереди вас еще ждет повторный визит удачи, но не стоит откладывать на завтра то, что можно сделать сегодня. Лучше поспешить, если дело касается контакта с иностранцем, учебы, педагогических мероприятий или разговора с детьми. Любовный гороскоп для девы. Если в отношениях с любимым человеком вас что-то категорически перестало устраивать, постарайтесь спокойно и аргументированно убедить вторую половинку в собственной правоте. Одиноким девам звезды советуют в полной мере задействовать возможности виртуального мира. Гороскоп карьеры и финансов для дев. Сегодня девы могут столкнуться с трудностями при выполнении текущей работы. Чтобы смягчить негативные влияния этого дня, воздержитесь от высказывания критических замечаний в адрес коллег по трудовому коллективу. В этом случае вам не придется выслушивать ответную критику в свой адрес. Гораздо успешнее пойдет партнерский бизнес. Весы. Сегодня у весов сузится поле выбора. Раннее утро неплохо начать с динамичной ноты. Прогулки, пробежки, любым занятием спортом. Основная часть дня задаст вам определенные условия и заставит вас мыслить практическими категориями. Звезды помогут направить ваше внимание на домашние дела, семейные планы, отношения со старшими родственниками или влиятельными персонажами. Может назреть разговор о жилье, деньгах, налогах или крутых ресурсах. Весы. Звезды подсказывают весам, что не стоит становиться объектом для обсуждений. Постарайтесь любыми путями избежать пересудов в адрес вашей пары, иначе между вами могут возникнуть осложнения, и непонимание. У одиноких весов в этот день значительно повысится вероятность начала служебного романа. Гороскоп карьеры и финансов для весов. Сегодня звезды ждут от весов готовности пойти на риск, если ситуация того, конечно, требует. Это прекрасное время для проведения финансовых операций, открытия банковских счетов, оформления суда или покупки товаров по кредитным картам. В вашем распоряжении появятся дополнительные финансовые ресурсы. Также вы сможете приобрести много полезных, практических навыков в текущей работе. Скорпион. Улучшение обстоятельств ждет Скорпиона ближе к полудню. Нужные люди неожиданно пойдут вам навстречу. В зависимости от ситуации вы сможете наладить диалог, организовать встречу или выступление, подтвердить свои права, сделать откат назад или удачно отыграться. А вот на рывок вперед или отмену новых правил рассчитывать не стоит. Лучше пользоваться паузой, чтобы лишний раз укрепить свои позиции. Любовный гороскоп для Скорпиона. Для Скорпиона в событиях этого дня может ощущаться влияние судьбы. Скорее всего, у вас не будет выбора, и изменить ход ситуации вам тоже вряд ли удастся. Возможно, одиноким Скорпионам будет трудно проявить активность и инициативу в контактах с противоположным полом. Вот так-то.
Гороскоп карьеры и финансов для Скорпиона. Сегодня у Скорпионов исключительно удачный день для ведения переговоров о деловом партнерческом сотрудничестве. Подписание договора будет очень выгодным для вас и принесет вам новые доходы. Также это хорошее время для деловых встреч, обсуждения актуальных вопросов и работы с документами. Можно пробовать себя в новых видах деятельности. У вас должно все получиться. Стрелец. Для стрельцов день начнется с желания двигаться по инерции выбранным путем, особенно если на нем они уже достигли успеха. Однако судьба распорядится по-своему, вам придется сменить цель и стиль действий. Главной темой этих суток станет отдельный материальный вопрос или хозяйственно-экономическая ситуация в целом. Могут вызвать повышенный интерес покупки, особенно конкретные полезные новинки. Любовный гороскоп для стрельцов. Стрельцам сегодня особенно важно воздержаться от нравоучений в адрес второй половинки. Не исключено, что одинокие стрельцы в последний момент могут засомневаться и отложить запланированную встречу. Это хороший повод для того, чтобы проанализировать свои истинные желания. Гороскоп карьеры и финансов для стрельцов. Этот день больше благоприятствует тем стрельцам, кто работает и занимает должности по найму. Старайтесь тщательно спланировать свою работу. Используйте рационально рабочее время, и тогда ваши доходы будут расти. Отношения в трудовом коллективе складываются доброжелательно. Обязательно доводите начатые дела до полного их завершения. И тогда, 100% вас ждет премия или другое материальное вознаграждение. Козерог. Козерогам не стоит начинать день со спешки и суеты. Напрасный ранний старт дезодорирует и уведет вас сложным путем. Имеет смысл дождаться благоприятного стечения обстоятельств. Звезды подсказывают, что ждать придется очень-очень недолго. Не бойтесь пропустить нужный момент для действий. Сегодня его легко почувствовать. Вы вряд ли спутаетесь с чем-то внезапным, прилив энергии и ощущение собственной ресурсности. Вот так. Любовный гороскоп для Козерога. Если причиной эмоционального напряжения являются ваши невыполненные обещания, постарайтесь не откладывать дело в долгий ящик и поскорее реализовать желание второй половинки. У одиноких Козерогов сегодня, скорее всего, будет шанс начать новые романтические отношения, если, конечно, вы этого хотите и немножко постараетесь. Гороскоп карьеры и финансов для Козерогов. Козероги смогут привнести частичку своей индивидуальности в свою работу. Сегодня преуспевают работники профессий, призванные сделать жизнь людей приятнее и красивее. Прежде всего это касается работников салонов красоты, фитнес-клубов, концертных залов, ресторанов и туристических агентств. Также вы можете рассчитывать просто на финансовую удачу. Водолей. Сегодня водолеям лучше заниматься завершением старых дел или расчистки поля для новых. Водолеи, жаворонки успеют сделать с утра нечто полезное, но развивать в этом направлении активность не стоит. Дальнейшее развитие событий потребует другой тактики. Придется стать серьезнее, ограничить выбор. Жесткие рамки помогут беречь здоровье, не разбрасываться временем, ценными идеями и другими ресурсами. Любовный гороскоп для водолеев. Не исключено, что некоторые водолеи сегодня немного оторвутся от реальности. Звезды предостерегают вас от излишних фантазий и советуют опираться на факты. У одиноких рыб в общении с новым знакомым будет возможность увидеть себя, как в зеркале. Гороскоп карьеры и финансов для водолеев. Это хороший день для тех водолеев, кто в своей работе имеет отношение к недвижимости, строительству, жилищно-коммунальному хозяйству и семейному бизнесу. Также это благоприятное время для работы на дому. Звезды советуют вам доводить до полного завершения все начатые дела. Ориентируйте себя на выполнение той работы, которая будет наиболее оплачиваемой. Рыбы. Критичный период для рыб – это утро. В это время лучше воздержаться от целевых действий. Они будут слишком явно отдавать авантюрой. Лучше подождать. Пока судьба не даст убедительный знак, это может быть внезапная смена обстоятельств, появление друга, свежая новость или уникальный шанс. Проявив терпение и встав на свой путь в нужный момент, вы сразу получите мощную информационную и моральную поддержку. Любовный гороскоп для рыб. Особенное значение в этот день для рыб приобретают разнообразные нюансы и оттенки. Возможно, это поможет вам осознать, почему в некоторых ситуациях вы с любимым человеком плохо понимаете друг друга. У одиноких рыб может начаться роман, который станет полной неожиданностью для их ближайшего окружения.
Гороскоп карьеры и финансов для рыб. Сегодня рыбы смогут успешно урегулировать многие вопросы благодаря использованию имеющихся деловых связей. Также это хорошее время для наработки новых связей, встреч, поездок, а также контактов. Легко и быстро пойдет работа с деловыми документами. Вы будете способны решать нестандартные задачи. Вы сможете одновременно выполнять несколько дел в параллельном режиме. Вот и весь прогноз, дорогие друзья. Я благодарю вас за внимание. Желаю вам отличного дня и прекрасного настроения. Успехов вам в ваших начинаниях. До новых встреч. Пока-пока.